Всем привет! Как и обещал, друзья, в этом видео тестируем средний ценовой сегмент стабилизаторов для смартфонов. Сегодня проверяем в деле геймбол от компании FreeVision, модель Wilta M, которую некоторые блогеры окрестили прямым конкурентом и даже убийцей Osmo Mobile. За возможность протестировать данное устройство хочу сказать спасибо магазину Kes.com. У них представлен большой выбор различных устройств, Zhiyun, Moza, DJI и даже немножко Xiaomi есть. Ссылка в описании. В комплекте инструкция по настройке и сопряжению стаба со смартфоном. Забегая наперед, скажу, что это один из немногих устройств, которые хорошо дружат с Android. Сумка, чехол из плотного водоотталкивающего материала, транспортировать в рюкзаке, да и так удобнее вообще. Хотя, если быть честным, мой основной стаб для экшн-камер, FeiyuTech, путешествует со мной в мягком чехле и 2 года жив-здоров, но у него есть защита от брызг. Заряжается стаб от microUSB, треноги в комплекте нет, сам по себе стоять умеет без смартфона, но она бы лишней здесь точно не была. Геймбол компактный, в руке лежит уверенно, четко подхват, под указательный палец попадает курок, а под большой управление фото, видео включить-выключить и джойстик. С задней стороны есть еще вот такой переключатель, но скажу вам так, ничего не пытайтесь с ним сделать, это осталось от другой модели, и здесь это просто не задействовано, можно только сломать. Из новых фишек, которые не видел ни в одном обозреваемом мною стабе, это датчик в площадке крепления, который отслеживает, установлен смартфон или нет. Это позволяет избежать ложных срабатываний и дерганий при случайном включении. Если вы уж совсем новичок и будут проблемы с балансировкой, то на экране смартфона в приложении будет подсказка, что, куда и как нужно подправить. Это также интересно. Устанавливаем смартфон, в моем случае это Xiaomi Mi Mix 3. Запускаем стаб и кратко о режимах. Нажать на кнопку включения 3 раза, режим наклона. Интересный прием для съемки. Для отключения режима жмем курок 1 раз. Кнопка съемки, жмем 1 раз, сделать фото, нажать 2 раза, переключается между передней и задней камерой для режима селфи-съемки. На курок возложены остальные функции. Нажать 2 раза, режим полной слежки, то есть follow mode. Нажать 3 раза, возвращает моторы в исходное положение, проще говоря, выравнивает смартфон быстро, если вы там что-то напутали или случайно что-то не так установилось. 4-кратное нажатие – это полная блокировка. Теперь смартфон фиксированно смотрит в одну точку. Тут хочу также отметить, что мотора вообще не слышно, и справляются они со своей задачей ну просто отлично. Нет ложных сбросов, скрипа, стуков, дергания. И еще одна фишка, которая внедряется все чаще в стабы – ручная настройка. Просто берем ручками, правим смартфон в нужную точку, и он там будет зафиксирован. Это удобно, когда нужно быстро куда-то перевести кадры или просто подправить для дальнейшей съемки. Удобно просто и без каких-либо проблем для моторов. Помимо этого можно управлять зумом камеры смартфона. Для этого зажимаем курок и джойстиком двигаем вперед-назад. Главное в этом стабе еще и софт, он нормально работает с Android. Обычно все производители в последнее время почему-то точат свои проги под яблоко, и это меня, если честно, бесит. Потому что вы знаете, что я не фанат этой яблоко продукции. Говорят, скоро допилим для Андрюши, и не пилят, или не делают, или делают, но криво. Многие функции потом не работают. Здесь в FreeVision все окей. Проблем с вылетами у меня вообще не было, все работает хорошо. Причем на экране отображается и заряд смартфона, и самого стаба. Удобно мониторить. Еще, друзья, пара важных моментов. Стабилизатор работает до 17 часов на одном заряде. Это очень важно. И это один из первых стабов, который я тестирую, в котором отлично работает режим слежения за объектом. То есть выбираем режим слежения, выделяем нужный нам сегмент. Пусть это будет яблочко. И теперь, куда бы мы ни вращали это яблочко, стабилизатор будет следовать за ним. Работает достаточно корректно. И установив на штатив этот стабилизатор, снизу есть резьба, вы получаете вот такой вот режим, в котором вы можете, например, вести какую-то беседу и ходить вперед-назад, вбок, влево-вправо, и смартфон будет следить за вашим лицом, и тем самым будут получаться плавные, интересные кадры. А касательно съемки, более чем нормально. Есть, конечно, небольшая тряска, но она без проблем убирается софтом на постобработке. Но уже исходники, кстати, друзья, получаются вполне неплохие. Разницу с использованием стаба и без, я думаю, вы ощутите и увидите на этих кадрах. Thank you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тест-пример записи со стабилизатором Xiaomi Mi Mix 3 и FreeVision Vita M. Друзья, 8 утра, минус 5 и очень много снега. В итоге хочу сказать спасибо другим фирмам, компаниям, что не боятся выходить на рынок и делать похожие устройства, тем самым лишая монополии топ-брендов и заставляя их снижать цены и делать что-то новое лучше. За это уже только можно поставить плюс, но и качество тоже пусть не будет трэшовое, а стабилизатор FreeVision на самом деле неплохое устройство за $140 на рынке. Ставьте пальцы, подписывайтесь, чтобы было все стабильно, позитивно, комментарии читаю. Белозеров Игорь, до скорого!